Представляем вашему вниманию главные новости антикоррупционной службы Алматинской области за прошедшую неделю. Департаментом за прошедшую неделю в рамках проекта «Антикорлайф» проведено 14 эфиров и в рамках проекта «Адалкомек» проведено 25 разъяснительных эфиров. На площадке региональной службы коммуникации Алматинской области руководитель антикоррупционной службы по Алматинской области Ернар Макажанов рассказал об итогах деятельности департамента за 2020 год. С участием первого заместителя руководителя департамента и руководителя проектного офиса ЖИЦУ Адалдык Аланы проведена онлайн-разъяснительная встреча на тему «Усиление ответственности за дачу взятки, посредничество во взяточничестве и незаконное вмешательство в бизнес». Менеджеры проектного офиса ЖИЦУ Адалдык Аланы провели мониторинг общежитий учебных заведений города Талдыкорган, а также провели мониторинг хода единого национального тестирования в городе Талдыкорган. На площадке антикурорталова с участием главного специалиста управления превенции «Добропорядочной» проведен онлайн-тренинг по разъяснению интерактивной карты открытых бюджетов. В рамках проекта «Protecting Business and Investments» проведена рабочая встреча представителями ТУО «Лукойл Лубриканс» Центральной Азии. В рамках проекта «Сапалжол» в целях подведения итогов о проделанной работе в Алматинской области за прошедший год подведена встреча в формате Zoom с участием местных исполнительных органов. А также аналогичная работа была проведена в рамках проекта «Protecting Business and Investments». Проектный офис ЖИЦУ Адалдык Аланы провели мониторинг в центре занятости города Талдыкорган. Видеообращение членов клуба «Адал Урпак» Алматинской области. С участием офицера по особо важным делам управления превенции и добропорядочности, а также председателя специальной мониторинговой группы области проведена онлайн-зум-конференция. Видеообращение члена информационно-просветительского штаба Сейтулла Алдажар, главный имам города Капшалай. Член информационно-просветительского штаба города Талдыкорган, заслуженный деятель Республики Казахстан Улихан Уразгалиевна. Новостные сюжеты о проводимой работе департамента на республиканских и областных телеканалах. Между товариществом «Лукойл» и компанией. Регистрация полностью совершена. Ущерб почти в 5 миллиардов тенге, нанесены ответственности 33 лица. Департаментнин ашык алаңында «Лукойл» жоопкерчилиги шектеулүү жер алып, заманауи завод салганы мәлим. 500 гектар жер алкагы бар. Мунун 22400 ауыл шаруашылык мониторинг тобу бөлүм жумусумен таанышып чыкты. Авторские новостные статьи о проводимой работе департамента на страницах республиканских информационных агентств и журналов.